Здравствуйте, мои юные друзья. Сегодня мы будем продолжаем знакомиться с творчеством инстасамки. Она, надеюсь, у нас не это самое, не иностранная агента. Там у нее тоже какая-то... Ну, пока еще нет. Налоги надо платить. Да, я думаю, просто надо было до нее докопаться некоторым людям. Сынок, законы превыше всего. Да, ну, вот хорошо, что мы с тобой людям... денег не зарабатываем. Да, мы бесплатно на Ютубе. А так бы тоже пришлось бы платить. Итак, инстасамка бестия. Бестия эта инстасамка. Ну, давайте узнаем, что там у нее. Друзья мои, напоминаю вам о том, что мы есть в Телеграм-канале. У нас есть Телеграм-канал. Можете прийти туда и посмотреть, что мы там творим. А, мои две книги я разместила на Литрес и хотела бы, чтобы вы их скачивали и помогали мне их распространять. Ну, а у Максима есть свой игровой канал, который тоже хотелось бы, чтобы вы посетили. Ага, если ты не моя бестия. Ага, если ты не моя бестия. Samsung, Chanel, all inclusive отель. Все тусуются тут, но везде всегда узнают. Rainfall коктейль, шампунь в бассейн. Сегодня приедут все, I fish my face. Играет моя песня, и все танцуют вместе. Тебя сюда не пустят, если ты не моя бестия. Если ты не моя бестия. Конечно, и мне кажется, что уровень инстасамки – это девочки лет до 15, а то и пониже. Вот. Мне кажется, что у инстасамки, конечно, у нее было иногда что-то более-менее такое. Вот. А так это вот, ну, как бы песенки ни о чем. Я бы ее, может быть, сравнила с Моргенштерном, но мне кажется, даже у Моргенштерна больше смысла, чем у инстасамки. Не знаю. Вот, поэтому уровень такой, такси. Вот, что там в тексте? В тексте ничего, вообще, абсолютно. И так у нее практически везде. Ну, где она рассказывает, какая она крутая, ну, и все. И на этом все заканчивается. То у нее поп хороший, то еще какое место. А так-то, в общем-то, смотреть не на что. Поэтому я, значит, ей ставлю 5 баллов за текст. Ни склад, ни Влад, и все такое прочее. Музыка была, ну вот как бы иногда у нее все-таки бывает что-то получше, но в этот раз, мне кажется, она и с музыкой, и вот однотипность такая, что мама не горюй.
Вот, вот одно и то же, вот одно и то же. Как будто трёшь морковку пятёрки. Это тоже пятерка, ниже, ладно, не ставлю. Вот, из 10. И, соответственно, атмосфера на второй минуте стала засыпать. Атмосфера была удачной, поэтому поставлю еще одну пятерку из 10. Итого, в средний балл 5. Хотя можно было даже и пониже. Ну ладно, мы все-таки девочки, и женская солидарность имеет значение. Всем пока.